Ой, немножко отвернусь от солнца, а то просто слепит. Всем привет, дорогие друзья! Всем здоровья, счастья, любви, удачи, успехов, улыбок. Всего самого хорошего вам. Будьте здоровы и счастливы. У нас сегодня был морозец. Сейчас всего плюс 3 на солнышке. Солнышко вот так вот светит на градусника, там всего плюс 3. Да. Мороз не отступает. Вот даже на солнышке здесь вот мороз видно. Мы едем в город. Нам надо в город. Ла-ла-ла-ла. Ой, хорошо, как ветра нет. Здорово. Скоро бочку сливать. Сегодня, может, успеем розы укрыть. Мы так и не померили. Надо сейчас Лёшку сказать, чтобы померил, сколько надо спанбонда. Может, сейчас заедем, купим. Сейчас машину заведет, пускай прогревается. Вот, и померяем с ним. Воробей чирикает. На солнышке тоже пригрелись. Хорошо. А бочка наша как замерзла. Здесь сверху то ли масло какое-то, что ли. Но тут уже во. Тут уже капитально замерзло. Надо сливать. Не, еще можно прорубить и слить. Еще, конечно, таких морозов не будет, чтобы там прям уж все замерзло. Где мой Лешик? Лёшик, ты мне нужен. Лёшик что-то не выходит курить. Лёшик! Лёш! Алло, гараж! Алло, гараж! Да. Что? Да. Лёшик джинсы надел. Привет, привет. Приоделся. Ботинки надел, галоши снял, куртку только еще не надел. Это, надо же нам померить этот спанбонд, сколько надо на розы. Ой, блин, а что ж ты молчал? Когда? Сейчас. Ну вот сейчас, что, не померяем? Что, долго? Завтра поедем все равно. Так я думала, сегодня, может, укроем? Мне ключ надо брать, я тебе открываю. А ты шагами померяй. А, шагами. Там что, приблизительно, что там, до миллиметра надо, до сантиметра, что ли? Просто пройдись вот так. Надо сделать припуски, допуски на высоту. Как я тебе высоту буду ходить? Ну вот померяй, сколько всего эта клумба, где скопана, скопана. Двенадцать. Где-то метров 10, да? Ну да, наверное. Не, не 10. 12. Или 10. 12 на 7 это. 84. 7, где-то метров 9. И плюс еще сюда. Ну, метр точно. И туда. 7 метров. Метров 12 надо брать, наверное, да? Длину, да? Да. И плюс еще кверх. Вверх. Не, ну это сверхом уже. Я думаю, хватит. Ту высокую розу попробую пригнуть, да и эту надо попробовать пригнуть их. Какие обрезать, какие пригнуть, посмотрим. Сегодня надо обязательно заняться, потому что обещают снег нам в выходные. Прям стоит 3 снежинки, прям засыпет нас снегом. А как блестит на солнышке травка.
Теплицу можно закрывать, наверное, уже. Чего оставила открытую, чтобы там трава не росла. Потому что теплица закрыта, солнышко пригревает, там тепло и трава лезет. Ладно, все, погнали. Погнали в город. Лешек хочет еще печенки. Понравилась ему печенка. Говорит, надо взять еще пожарить, пока хорошо идет. Ну и давай, хорошо. На обед сейчас приедем, пожарим. Ладно, ребята, солнышко какое. Ай. Ой. Все-таки как радует солнышко, да? Вообще. Как здесь пахнет. Как здесь пахнет. Здрасте. Здрасте. А какой нам кофе? Вот где побольше. Где побольше? Как обычно? Да. Американо? Да, эспрессо вот это, где побольше. Да. Сахара по сколько вам? Не два. А другой без сахара. По сколько? Два минуты. По два? Не, не по два. Один без сахара, один. Чину, да? Кофейку купили. Взяли. Ребята, два стаканчика кофе. 90 рублей нам вышло. По 45 рублей. Думаю, найду новый борщину. Ой, сегодня праздник. Да, на обидной буре были. Я понял. Блин. Вчера на тебя влияли, сегодня на Наташку. Понятно. Иди сюда. Где ты? Вот. Сегодня праздник, ребята. Но видео наше завтра выйдет только. Вот. Так что сегодня день милиции. Всех работников и пенсионеров МВД поздравляем с праздником. Серёженька. Обязательно. Сынка. Ой, как хорошо кофеёк. На улице так прохладновастенько. И горячий кофеёчек. Прям так вот. Ух, здорово. Ну, вот ветра нет, ребят, и тепло как. Ветра нет и тепло, да, хотя тем более минус. Солнышко. Я утром вышел минус 7, но я не чувствовал вообще. Ветра нет, а когда плюс 5 и ветер, как вчера, это вообще. Да. Вас, ребята. С праздником. С праздником всех. Всех полицаев. Всех полицаев. И всех полицаев. И всех причастных. У меня праздничек. Лешик тоже у нас работник МВД, пенсионер МВД, да, потому что работал в охране. Как называлась правильно твоя контора? Да, она его называлась, потом расформировали. Сейчас Росгвардия. Их не поймем. В ГУП охраны. ГУП охраны. Раньше было УВО. Кто не знает, Лешек был техником по сигнализации. По квартирам делал сигнализацию. Не делал, а обслуживал. Ну и а что ты не делал, не проводил сигнализацию? Делал. Ну, а что ты говоришь, не делал? Ну, отдельно. Как отдельно? Лешек. Да, пришлось сигареты купить. Лешек забыл дома сигареты. Дорогие, зараза. Ох, намутили тут. Ох. Что там? Не, Америка не пахнет. Нет, это не то уже. Мальборо, нет. Лешек я купил. Я помню 70-е годы. А, тут вот, закрывалка такая, да? На да. Этом. Куда, подожди, подожди, вот. Ее надо снять, что ли? А, не, она сама, наверное, закрывается. Вот так. Так. Смотри, инфаркт, Лешек. Вижу. А. Но это уже не тот запах. Нет, уже не тот. Не тот запах? Ну, земля и небо. А сколько стоит? Ну-ка. Цена. Я не знаю, ну цена там должна быть. Знаю. А что мы хотим? Ну ты отними. Отними бананы. Ой, Лешек, я тебе не буду говорить, сколько стоит. 180. Нет. Да? 195. О, нормально. Ну ладно, покури свои Мальборо. Лешек раньше в Москве курил Мальборо до подорожания. Вот.
Меня Вер прикурил. Потом перешел на Винстон. Я уже не помню, что я там курил. А я помню. Я помню, дымок я курил. Это после армии. Ну, после армии помнишь, что курил, а сейчас вот что курил, не помнишь. Пусть на что у меня батя курил этот, Памир и Приму. Ух ты. Во. Да, я помню, были ему, такие, Памир. А когда ему из армии привез охотничьи гуфульские, он затянулся из очаг сразу. Говорит, что же вы там курили? Я говорю, ну а что делать? Вот так вот. Вот так вот. Ну, покури, Лёшик, ладно. Покури. А, праздник надо покурить. Да, это тебе на праздник подарок. Инфаркт, инфаркт, да? Инфаркт. Ой. Ребята, заехали в поликлинику. Ее подкрасили, ремонт делают. Красиво так стало. Чистенько. Чего? Говорю, подкрасили. Угу. Так красиво и чистенько стало. А мы заехали, забрали эти снимки. Мои снимки делала, когда еще 3 месяца было. После операции надо было сделать снимки. Вот. И все мы никак не выберемся, все никак не заберем. Уже сколько времени прошло? Уже 4 месяца прошло, 5, 5 месяц пошел уже. Хорошо нашла. А мы только выбрались. Сейчас хотим заехать к ребятам, к нашим волгоградцам. Вот сейчас, сейчас снимки приберу. Ну что ж, пускай кушаться. Ой, боже мой, ой, кто там бежит такой. Вот место, где они купили дом, называется Садовище. Это как бы уже не Петлица, а деревня такая. Но она, вот Петлица плавно переходит в эту деревню. То уже присоединили ее, да, к Петлице. Сделали бы просто район Садовище. Был бы город. Ну, у нас не город, у нас поселок городского типа. Вот это вот еще какое-то здание. А вот пруд. Ой, уже лед, смотри, на пруду, смотри. На щуку можно подрыгнуть. Ух ты. Здесь не ездила. Вот это вот, наверное, начинается Садовище, да? Да. Мы здесь не ездили. И к ребятам едем первый раз. Тут, смотри, 52-й. Вот с этой стороны. Ну вот где-то вот, вот это вот, наверное. Не, это 48 дальше. За поворотом. Это 48. Правой, да. 52-52. Правой. Сюда, вот. А я куда еду? А я не знаю. 52-52. Ай! Ну вы, засранцы. Садовище 49. 49? Да. 52 там еще? Это 22, да. Так. Это нечетные. Нам нужно вот четные. 50. А, вот 22. А нам надо 52. А, 52. Вон. Да. Вот это вот, наверное. Это хитро. Вот 52. А вон там, наверное, это 1. А нам вон туда. Вон, вон, где гараж. Ага. Вот он. Вот. Да, вот он. Садовище, да, вот 52. Где? Квартира 2.
Да вот, надо было заехать к гаражу и все. Надо еще надо. А где же вход? Вход, наверное, там, с той стороны. Или вот калитка. А вот калитка. Да. Ну, мы внутри дом не будем показывать пока. Пока ребята еще не обустроились там. Вот. Только вот как-то так. Ну-ка. Вот, да. Ой, ноги поднимай. Жяки, господи. Возьми телефон, позвони. Куда? Да ладно. О, яблоньки молодые. Вон туда, наверное. Это гаражик. Гаражик. С пристройкой. Клумбочки. Сентябринки. Вот. А вон там баня. Вижу. Ох, баня классная. С крыльцом. Это труба от бани. Это водонапорная башня. Труба от бани. Ну, заглянь сюда. Вот какой аист. О, есть где разгуляться, да? Гляньте. Как здорово. А там лес. А я сейчас им позвоню. Ага. Там вон лес уже. Не лес, а такой вот это. Ну, такой вот. Да, там, наверное, озеро. Ладно, сейчас позвоним. Нет, ребят, дома. Бабушка вышла к нам. Сейчас позвоним. Ой, гляньте, сколько тут тоже косить. В сравнении с нашим отелем. Ну да. Это его. Тоже вон и боярышник есть. Вот гортензии. Ладно, сейчас позвоним. Ветерок поднялся, уже прохладно стало. Прохладно стало? Угу. Вот, ребята, заезжали в эту и дали нам описание. Это после 3 месяцев после операции. Так, состояние после тотального эндопротезирования, положение соотношения элементов конструкции и прилежащие костные ткани без особенностей. Все замечательно, все отлично. Ребята, что хочу сказать, кто собирается делать протезирование, что хочу посоветовать? Не жалейте себя. Не жалейте. Вы видели, я у вас вот была на глазах, вы видели меня. Я после операции, я не сидела, не лежала. Я постоянно вперед, потихоньку. Сначала, конечно, это все трудно, тяжело. Вот, ну, вперед, надо двигаться. И не жалеть себя, не жалеть ногу. Ногу надо напрягать. Ее надо напрягать, потому что потом будет еще хуже. Надо, чтобы нога работала и разрабатывалась. Все, там стоит сустав, как у терминатора, поэтому нечего его и жалеть. Вот так. Так, все. Это все описание туда, медицинские всякие заключения. Так, что мы купили? Видите, что у меня здесь? Вот что у меня здесь.
Вот. А по какому поводу? По такому поводу, что у нас праздник на носу. Ну, нам не удастся его отпраздновать день в день. Наверное, мы его отпразднуем. Не, завтра, конечно, вот будет шампанское. Завтра у нас с Лешиком годовщина. 10 лет. Ой. 10 лет, как мы с ним встретились. Может, даже посидим, поговорим с ним об этом. Хотели мы съездить в Киров, в суши-бар, отметить, посидеть, покушать суши. Но завтра, к сожалению, у нас не получится, потому что у нас кое-какие дела. Вот, надо сделать. И поэтому, может, поедем в субботу или даже в воскресенье. Как получится. Вот. А на завтра, завтра обязательно будет шампанское у меня. Да. Вот это вот мне очень понравилось. Венецианская маска. Оно и недорогое. 100, по скидке 169 рублей. Ну, там с копейками, наверное. Ну, 170 по скидке. Лешек меня опять побаловал. Вот. Так. Что еще купили? Купили две печенки. Такие же, как и брали. Здесь по 550 грамм. Вот кило 100 печенки. Потому что печенку... Почему-то так получается, что печенку готовлю очень-очень редко. Не знаю почему. Ну, так получается. Хоть она и вкусная, но очень редко. Почему-то не доходит до нее дело. Так, хлеб взяла. Вот такой вот злаковый, тостовый, для тостера. Вот. И бородинский вот такой. Сейчас побыстрячку вам покажу. Вот. Лешек себе взял вот такой вот хлебушек. Этот, сейчас расскажу, скажу, почем этот хлебушек. Это в нашем магазине. В деревне мы заехали, взяли такой, потому что в Пятерке такого хлеба нет. Вот. Что еще взяли? Взяли вот такие вот две груши. Конференция. Такие вот большие они. Вот, они вкусные такие. Сейчас уберу пленки сюда, чтобы было видно. И, еще вот такой вот, Лешек берет себе белый хлеб и вот такой вот с отрубями. А вот это вот для меня, бородинский и злаковый. У нас у каждого свой хлеб. Взяли тушенку вот такую, говядину взяли. Она сейчас по 109 рублей, по скидке, в Пятерке. Взяли 5 баночек, про запас. Шикуем, ребята, шикуем. Вот это сколько? На 545 рублей, да? Дальше. Дальше вот эти вот штучки. Ну, это я положу туда в пакет для внуков. Это я добавляю туда потихоньку-потихоньку, добавляю. Так, тут, ой, здесь что-то насыпалось. Аккуратненько так. Так, еще взяли бананы для пастилы. Хочу сделать пастилу. Яблоки с бананом. И взяли вот такие печеньки. Это в нашем магазине. Они очень вкусные такие. Вот, вот это на 150 рублей. Вот. По 275 рублей они за килограмм. Вот такие вот. Розовенький. Когда-то Лешек купил, мне очень понравились. И ему понравились, и мне понравились. Вот эта клубничная глазурь сверху, а там такая вот вкусненькая, короче. Так, все. Вот это все, что мы купили. Сахар. Вот. Сейчас быстро расскажу, что почем. Сейчас пойду чек возьму. Так, сейчас быстренько расскажу вам, что почем. Кому интересно. Сахар-песок 48,99. Так, говядина 109,99, ну, 110 рублей. Вот, так, говядина. Хлеб, батон нарезной 31,82, белый. Так, груши конференция на 104 рубля. Вот эти вот две груши, но они большие.
сколько здесь? 770 грамм две груши. Да, я показывала такие вот. Вот они огромные такие. Так, коломенский хлеб тостовый, злаковый 36,57. Бородинский 47,50. Вот этот вот бородинский. Печеночка 123,50. Одна 123,50. И вот эти две шоколадки 78 рублей. Одна по цене, вернее, две по цене одной. Вот. Тоже по скидке. Вот так вот. Все, ребята. Все. Вот это вот все наши покупки. Вот это вот так вот. Все, будем обедать. Будем обедать. Поможешь мне разгрести, Лешек? Наверное. Вот это вот все. Да? Ребята, да? А можно шампанское уже сегодня? Да. Да? Уже ж предпраздничный день у нас сегодня. У меня праздничный. У тебя, а у Лешика вообще праздничный сегодня. Да. Ура! Так. Лешик, у меня все вот это без особенностей. Все в порядке. Ну, вот это вот в описании. Это ваш, куда и главное, почерк понятный, ребята. Все можно понять. Вот такой, не такой, как обычно пишут. Человеческий. Человеческий почерк, да. Не такой, как говорят, курица лапой, да? Вот и хорошо. Тоже холодильник. Вот и хорошо, я рада. Тоже холодильник. Кого, шампанское? Хлеб? Да, наверное, давай вот этот в нижний ящик. Потому что я его буду есть долго. Вот. Что еще хочу сказать по поводу ноги. Не скажу, что она у меня совсем не болит. Болит. Особенно вот бывает на погоду, да. Бывает больше болит, бывает меньше болит. Но хожу я уже, скажи, Лешек, хорошо. Бывает хорошо, когда не болит. Нормально. Нормально, да. А бывает и похуже, когда болит. Это мы на черный день. На черный день. Лешек, у нас с тобой только светлые дни впереди. Ладно.